Восхитительная леди из разных эпох. Утонченная и загадочная пиковая дама. Яркая и праздничная кукла-елка. Очаровательные мишки Тедди и герой уже нашего времени. Персонаж фильма «Аватар». Каждое изделие в этой кукольной комнате уникально, как и сам мини-музей. Далеко не любая библиотека может похвастаться таким нестандартным творческим пространством. Поэтому библиотеку номер 3 города Гродно можно назвать исключительной. Кукольная комната открылась здесь в декабре и сразу стала музеем. Превратилась в музей она благодаря тому, что при библиотеке существует клуб «Гродненская кукла». Более 3 лет он существует, и это уже вытекало само собой. Нужно было куда-то ставить куклы, работы, которые мы делаем. И вот это был такой подарок администрации нам, потому что мы не ожидали. И пришлось поработать, конечно, над тем, чтобы открыть эту комнату. Усилий было вложено немало. Клуб «Гродненская кукла» посещает более 30 мастеров. В музее представлены в основном их работы. Все абсолютно разные, и каждая самобытна по-своему. Экспонаты для музейной комнаты – это результат нескольких выставок, которые проходили за пределами библиотеки в Музее истории Городницы. Мы делали композицию «Алиса в стране чудес», мы участвовали в композиции, в новогодней композиции, там, где было, было представлено святое семейство Мария и Иосиф. Часть этих работ присутствует сейчас и у нас. Также мы постарались собрать работы мастеров нашего клуба, которые не были проданы, которые не были подарены, которые они с любезностью принесли нам сюда. После открытия музея в библиотеку потянулось еще больше посетителей. Особенно он привлекает людей творческих. Как говорят сами сотрудники, библиотека становится своего рода креативной творческой площадкой. И к нам подтянулись новые мастера, самоучки, которые делают очень достойные работы. Это Татьяна Скрипи, которая к нам пришла и принесла своих замечательных гномов. И мы очень рады таким людям, потому что это движение вперед, и для клуба это хорошо, и для библиотеки, потому что это прежде всего мы создаем такую привлекательную арт-среду для читателей, и, соответственно, когда дети приходят сюда или взрослые, они начинают обращать внимание и на книги в том числе, и записываться к нам в библиотеку, становятся нашими читателями автоматически. Экспозиция состоит из нескольких частей. Это удивительный свет кукол, сокровища коллекционеров и народная кукла. Абсолютно разные темы, разные персонажи и материалы изготовления. И даже несмотря на то, что музей открылся недавно, кукол там столько, что для них уже не хватает места. Каждый человек, который приходит в наш клуб, я могу назвать это слово «команда», это «семья». Нет безразличных людей. И любую идею, которую мы выдвигаем, будь то благотворительная какая-то акция, будь то какая-то совместная выставка, все принимается на ура, все принимается с желанием помочь, желанием сделать. Вот. Результат – это уже спорный вопрос, который получается, но, как правило, получается неплохой результат. К слову, в библиотеке планируются как тематические выставки, так и мастер-классы по изготовлению кукол. А сама экспозиция будет регулярно меняться и даже выходить за пределы музейного пространства.